На пляже в Техасе нашли загадочное животное. Предполагается, что неизвестное существо является рыбой. Биолог Прити Десай разместила в Твиттер фото загадочного животного с острыми зубами и без глаз, которое обнаружили на пляже в штате Техас после урагана Харви. Окей, твиттер-биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас, написала Десай. В комментариях пришли к мнению, что находка является рыбой, вероятно, каким-то особым видом угрей. Сеть озадачила странное морское существо. Ранее сообщалось, что в Индонезии на берегу моря обнаружили тело гигантского мертвого животного, предположительно, кальмара. По материалам сайта news.com.